1 сентября в рамках празднования Дня знаний на Гоголевском бульваре состоялось торжественное открытие фотодокументальной выставки МПГУ «150 лет в истории Москвы», посвященной юбилею Московского педагогического государственного университета. Время и место, как историки говорят, это тот хронотоп, который определяет во многом судьбу человека, судьбу учреждения, судьбу проекта. И вот на протяжении всех 150 лет мы очень активно внедрялись в московское пространство. Мы его расширяли за счет того, что к нам приезжали студенты из разных городов. И все это идет от нашего сердца, от нашего родного вуза, который и прописан здесь уже более 150 лет в Москве, в сердце города. Для нас это то место, откуда начиналась наша история. И вот от Волхонки и затем до Девичьего поля, Малая Царицынская улица, там, где был возведен в 13 году наш замечательный главный корпус, тогда он назывался главный аудиторный корпус московских высших женских курсов, а потом все вот это пространство и центры, и периферии, оно все нами осваивалось. Сейчас я даже, вот мне задают, говорят, а какая у вас локация? А я говорю, да вся Москва, а если посмотреть, да и Подмосковье, а если посмотреть, то уже и в Черняховске, Калининградская область, да и в Сирии будем открывать свои филиалы. Так что вот представляете, какое это огромное пространство, а начиналось все с небольшого проекта. Историческая ретроспектива МПГУ идеально вписалась в городскую культурно-просветительско-образовательную среду. 32 выставочных стенда представили москвичам и гостям столицы историю вуза от московских высших женских курсов до современного Московского педагогического государственного университета, крупнейшего педагогического вуза страны. Педагог – это не просто человек, не просто сотрудник, и слава богу, что сейчас фактически убрано понятие предоставления образовательных услуг, и вновь на высоту поднята миссия и важность служения педагога, как человека, который ведет за руку человека в жизнь, воспитывает, учит, создает тот образ, без которого сложно представить себе человека полноценного, гармоничного, попросту доброго. Поэтому хочется пожелать руководству вуза, всем профессорам, преподавателям, аспирантам, студентам помощи Божией, света в душе, поиска больших достижений, крепкого здоровья и больших свершений в будущее, в пользу наших поколений. Вы, преподаватели, входите в жизнь каждого человека. Вы воспитываете, вы растите, вы формируете личность. За это, конечно, вам огромное спасибо, и мы очень надеемся, что ваш нелегкий труд будет всегда на очень высоком уровне. Департамент образования и науки города Москвы, конечно, очень ценит вклад вашего университета в развитие столичного образования. Большое спасибо вам за ваш вклад и поздравляю вас с Новым годом жизни вашего университета. Наши преподаватели МПГУ, они огромный вклад своей работой делают на формирование личности, всестороннего развития личности, высоконравственного, морального гражданина, настоящего патриота своей страны. И я хочу сказать, что наш вуз, благодаря работе ректора Алексея Владимировича Лубкова, его команды, всего педагогического состава, работников, он по-настоящему за последние годы преобразился. И мы видим это на своих глазах. Я вас поздравляю, поздравляю с Днем Знаний и с наступающим огромным праздничным событием 150-летия нашего любимого Московского педагогического государственного университета. Уличный фотопроект может увидеть любой желающий до 14 сентября 2022 года.